Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Российской Науки. Вклад России в сокровищницу мировых знаний неоценим. Сегодня мы чествуем интеллектуальную элиту нашего общества, всех тех, кто передает свой опыт новым поколениям, и тех, кто отдает себя без остатка в сфере исследований. Мы знаем, что в России уже растут те, кто станет еще одним Ломоносовым или Менделеевым, Курчатовым или Сахаровым, Ландау или Капицей, Пироговым или Сеченовым. Наша общая задача — раскрывать и поддерживать таланты. Мы богаты ими. Пусть этот праздник вдохновляет на новые научные идеи и открытия, дает силы для выдвижения смелых гипотез. Здоровья, бодрости духа и успехов во всех начинаниях из самых смелых идей.